Всем доброго времени суток. Дикая лиса маркиза. Дневник приручающего. Мамина кота. Ну? Что, не будешь есть, что ли, или что? А? Одно яйцо сегодня съела уже. Ну, конечно, улеглась она теперь. Что это значит? Кот-то он голодный пришел. На яйцо расколупывает в два приема. Давай. И чё? Чё это значит? Чё за фокусы опять начались? А? Чё за фокусы? Кот-то вот рядом сидит. Кот-то сейчас быстро это самое всё подметёт. Давай ешь, иди. И тут она вот саму днём поела, а сейчас начала вредничать. Что такое это? Что значит? Капризная девка. Ешь, спокойно. Ну, и чё? Кого жалко, ещё же есть половина ещё. Ну, давай, дай. Только вот придёт, сейчас всё съест. Ну? Вредничать же будет, она вредничать будет и все. Вредничать она будет. Ну, и что? Давай. Давай иди сюда. Ходить она не хочет. Еще собака соседская затявкала. Будешь мясо есть? Ничего она не хочет. Ну? Капризная девка такая, это вообще что-то с чем-то. Вон кот уже наготове. Кот уже знает, что ты ломаешься. Все, уже пошел это самое. Готовиться пошел. Ну? Выше я финик есть. Ничего она не хочет, она даже ничего не реагирует. Она кота ждет. Кот в гости ломится. Давай завелась. О, смотри-ка, что он сейчас
все навернет. Кот-то прожорливый, в отличие от тебя. А ты ломаешься. Ну, давай ягодку спрячь. А то он сейчас залезет и съест эту самую ягодку твою. Он ничего не хочет. Кот сейчас тарелку вымоет. Днем яйцо съела. Вечером ломается уже. Ну, все, давай он еще и самое. Финик он тебя ждет наверху. На будке финик есть. Давай. О, финик пошел вот самое. Финик сейчас зажует. О, правильно, а тебе там это ничего не оставил. Будешь еще одно яйцо есть? А? Хулиганка. Он финик съел вместе с косточкой. Короче, она сегодня ничего не хочет. Все, ей кот нужен только поиграть. Будешь еще одно яйцо есть? А? Поиграла с котом, аппетит появился. Сразу аппетит появился. Давай, давай иди ешь. Ну ладно, ладно, ладно. Я ж тебя не съем. Давай. Ну кого выдумывать-то? Кого ты выдумываешь? Давай иди ешь. Ну. Ну, конечно, кот убежал, все. Ну, убежал и беги дальше нахрен. Он будет тут мурлыкать под это самое. Ее смущать. Давай ешь, иди нормально. Ничего она не хочет, она. Ну, ты бы помягче с ним обращалась, он бы у тебя это сам подольше бы поиграл с тобой. Ты с ним хулиганишь, кусаешь его, он убегает. Сегодня я ничего не пойму. Кого она дергается сегодня? А? Кого она дергается? А, вредина. Чего у тебя там на лапе прилипло? Скорлупа прилипла? Да, иди.
Ну, блядь, отлепило. Давай, хватит тебя долго уговаривать-то надо, почему? Какой провокатор, котают. Куда идешь? Нет, нет, он сам убежал, и тут будет вокруг бегать это самое идиотничать. Да иди поближе, подходи. Короче, все, она не хочет больше. Или будешь еще? Давай, дай, дай. Девка противная. Ладно, все твое, на, иди ешь. Не буду тебя трогать. Иди ешь.